是一凤。Как вы знаете, в Магните стартовала новая акция «Приколыши». Давайте узнаем, как их можно использовать. Кстати, ребята, эти пакетики откроем в конце видео. Фигурки из «Приколышей» можно использовать в виде кулона. «Приколыши» можно носить как сережки, как колечко. И в качестве закладки. Человечки из приколышей идеально подходят под лего. И в виде украшения на карандаш. Ими можно украсить одежду. И на обувь тоже можно прикрепить. И в качестве брелка на рюкзаки. Та мама нам придумала такой челлендж, что мы должны, не просвечивая вот эти четыре приколыша, прощупывая, угадать, какой там будет приколыш. За каждый угаданный приколыш мы выберем любую вкусняшку. Начнем с зеленого. Так, прощупываем. И здесь, кажется, будет глобус. Открывай. Нет, там будет, наверное, котик. Ваши котика очень хочется. Ура, я угадал! Это глобус! Вот такой прикольный глобус. Один угаданный приколыш равно одна сладость. Маша, выбирай. Ребята, я хочу такую зелезубую, она такая вкусненькая. Ями! Возьмем красный пакетик. Маша, я тебе уступлю, попробуй там прощупать приколыша. Это оно! Это такое, я знаю, что это сердечко такое с пальчиком, потому что это знаю, что я потрогаю. Лова-лова, да, думаешь? Да. Ну, давай я попробую тоже. Нет, Маш, мне кажется, тут или бум, или упс какой-нибудь, или вообще кот. Ну, наверное, это будет Вискас. Открываем. Ребята, мне в красных пакетах почти во всех одни авокадо. Эх, провал. Фиолетовый пакетик. Неужели и здесь авокадо? Или мне бы не подарки пошпить. Так, там, наверное, авокадо. Там акула будет. Ну ладно, мой вариант это фритюр. Угу. Ура! Я угадал, ну, Маша, ты тоже старалась, ты тоже молодец. Прикольно, фритюра еще у меня не было. Гляньте, какой он милашный. Я теперь выбираю сладость за правильный ответ. Это будут желейные глаза. И последний пакет. Мне кажется, ребят, здесь будет глобус. Намаш, а ты как думаешь? Вау, такой скелетик, это Дунпендера. Да, наверное, Дунпендера, но открой, не знаю. Открой, Ваня. Попробуем, проверим удачу. И... ребята, это правда Дунпендера. Кстати, ребят, Дунпендера светится в темноте. Давайте проверим это дома или ночью на улице. Маш, давай теперь ты выбери любую вкусняшку из этих. Вот так, я выберу. Время дегустации! Открываем глаза! Желейный! А, мои глаза! А, я не могу это есть! Что это такое? Посмотрите, гата! Вот такой красный глаз зомби! А я уже, ребята, подумала, что это можно есть, потому что это такая конфета! Да, давайте попробуем! Прикольно! У меня со вкусом клубники. Сейчас откроем взрывающееся желе-зомби. Наверное, я не превращусь в зомби. Ну, давай я тебе как раз первый дам попробовать.
попробовать. Вкус бабл-гам жвачки. И длинная мармеладка. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и напишите в комментариях, какие у вас есть приколыши и собрали ли вы всю коллекцию. Всем пока! Пока!